Здравствуйте, это Хабаровск Здоровый, и сегодня мы вас приглашаем на День открытых дверей в Дальневосточный государственный медицинский университет. Добро пожаловать! Для детей школьного возраста это очень важное мероприятие, потому что каждый школьник еще задолго до окончания школы должен сделать выбор своей будущей профессии. Ну, я считаю, это для того, чтобы дети уже осознанно шли в медицинский вуз, осознанно для себя поставили цели стать хорошим врачом, ну и для того, чтобы не было случайных людей в медицине. Потому что учиться в медицинском университете непросто. Это не значит, что сложно. Все зависит от того, как вы относитесь к образовательным программам, насколько вы дисциплинированы и ответственны. Если вы хорошо учились в школе, если не пропускали уроки, если выполняли задания учителей, то вам будет несложно учиться в медицинском университете. В медицинский университет должны идти школьники, которые имеют высокий уровень знаний, базовых знаний. Потому что на самом деле медицинский университет, он отличается тем, что учиться не так легко, как, допустим, в гуманитарных каких-то учебных заведениях. Но, тем не менее, это очень интересно. Я вот на этой неделе была на ученом совете вот этого учебного заведения. Вы знаете, послушала, насколько люди творчески подходят к воспитанию молодежи, к воспитанию будущих врачей. Они очень много времени уделяют вопросам здорового образа жизни. И вот все те навыки и все то, что дети, вот студенты получают в этом вузе, они обязательно перенесут на те учреждения, где они будут работать после окончания института. Это очень радует, потому что действительно результаты вот творческого подхода, коллектива этого замечательного учебного заведения, они обязательно имеют хорошие плоды. Изменилось отношение к процессу обучения, изменились технологии. Сегодня не только учебник, но и виртуальное пространство наполнено информацией, методички, лекции, семинары, интерактивные разные дисциплины, тестирование, образовательные технологии, кейсы, квесты. Ведь самое главное, вот что, вот чем должен обладать врач, это и прекрасными знаниями, и навыками, и очень большое значение имеет отношение к людям, любовь к людям. Если врач не любит людей, он никогда не будет хорошим врачом. Я натянул, как говорится, трендовые перчатки черные, чтобы это было видно. И, соответственно, вот сейчас эти три зуба, я сейчас опущу сюда в простую колбу. И я приготовил ту кислоту, которая, собственно, может тоже растворять зубную эмаль. Ну, в частности, соляная кислота. Посмотрите, что происходит у нас с зубами. Что у нас с зубами происходит? Зубы мгновенно растворяются, выделяется большое количество углекислого газа и воды, а также солей, соляной кислоты, которые, к сожалению, ничего, кроме вреда не принесут нашему организму, так как туда вот внедряется бактериальная флора, ну, соответственно, развивается кариес. Поэтому для того, чтобы такого вот у нас с вами не развивалось, необходимо чистить зубы два раза в день, вы посещаете стоматолога хотя бы раз в полгода. Такая же тенденция сохраняется. Ребят очень интересует этот факультет, хотя мест бюджетных мало, всего 35, но 25 даже, на фармации 35. Но желающих очень много. Конкурс заходит порядка 20-30 человек на место. На лечебный факультет порядка 20, на стоматологический 30. Остальные контрактные места, но тоже желающих очень много. Почему? Ну, потому что очень интересная специальность. Много инноваций, много технологий, импланты, зубопротезирование, 3D-печать, подборка индивидуальных зубных рядов, индивидуальных зубов разного уровня. У детей очень много проблем с зубами. И это все исправляется, все это технологизируется, и это все интересно. Сегодня работа стоматолога, она по сути работа инженера, программиста, технолога, который может себе задать процессом на компьютере моделирование проблем, связанных с полостью рта у пациента, нарушение зубного ряда, прикуса и других проблем, и сделать себе, не себе, а пациенту, сделать красивую улыбку и здоровье, потому что от этого зависит очень много состояния внутренних органов. В
Хабаровском крае практически уже ликвидирован дефицит специалистов. Осталось дело за районами и регионами, где еще остается потребность. В Хабаровске проблем практически нет. И в ближайший год-два эта проблема будет закрыта. Несмотря на то, что многие хотят стоматологами быть. А тут, как говорят, совершенству нет предела. Чем больше возможностей выбора у пациента того или иного центра, и медицинского, либо стоматологического, там выше качество услуг. На 2019 год планируется подготовка специалистов, из которых 143 человека должны остаться работать в городе Хабаровске. А то, что касается укомплектованности кадрами, ну, на самом деле эта проблема очень серьезная, особенно в первичном звене, где население, куда население в большей степени обращается при появлении каких-то заболеваний. И сегодня вот для того, чтобы были в полном объеме укомплектованы медицинские учреждения, краевые в городе Хабаровске, нужно около 900 врачей дополнительно и где-то 880 средних медицинских работников. Министерство здравоохранения Хабаровского края и медицинский университет, они сейчас активно работают по целевой подготовке специалистов. И это очень здорово, потому что те студенты, которые по целевой программе обучаются, они обязательно приходят на ту территорию, от которой они были направлены на учебу. Я взял целевой от психиатрической больницы. Там тоже есть льготы и оплачиваемое общежитие, оплачиваемая практика, стипендия плюс 2000. От центральных районных больниц и просто от больниц можно поступить. Там очень большие льготы. Это и пониже проходной балл, это и стипендия выше, ну и потом общежитие оплачивают. И дальнейшее есть уверенность в том, что есть рабочее место молодым специалистам. У нас много стажировок, у нас много гостей приезжает из-за границы стажироваться. То есть мы обмениваемся делегациями, специалистами. И буквально каждый день у нас кто-то стажируется или у нас из иностранных гостей, или мы находимся за рубежом. Вот сегодня приезжает делегация из Цзямусовска. Китая 5 специалистов, которые были на стажировке. А с апреля 29-го вылетают 15 человек на стажировку в Харбин, студенты и 2 преподавателя. Мы узнали, что сегодня открытый день, и очень хотим посмотреть, как тут в мединституте, потому что медицина всегда такая прикольная, и мало людей знают про работу медицины, поэтому нам очень интересно и пришли. Хабаровск будет здоровым!